Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет выпуск номер 53. Узы дружбы. Небольшая история. Сегодня мы будем заниматься сборкой сиденья номер 1. И история марки Dodge. 50-я годовщина Dodge Challenger. Давайте приступать. В данном выпуске у нас идет такое сиденье. Я поначалу подумал, что это пластик, но нет, это как больше резина такая. И первое, что нам нужно сделать, это взять ремень безопасности и одеть его сюда, в это отверстие. И далее второй конец у нас будет выходить здесь. Готово. Теперь берем каркас спинки сиденья. Вот он. Это пластик. Его просто вставляем сюда. И закручиваем на два винта IP. Ну что, все мы собрали. Такой получился коротенький выпуск. А на этом изображении представлено сиденье с установленными ремнем безопасности и каркасом спинки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока!